Это предварительно, кто виноват? Сюда нет. На сегодня в комиссии как Октябрьского района, так и Ленинского района поступило порядка 600 обращений о нарушении избирательной кампании. Эти все обращения направлены в территориальные комиссии и Центральную избирательную комиссию. И им будет дан прокуратура Республики Беларусь, в том числе. У меня двое детей. Старший пойдет в 7 класс. Как смотреть в глаза учителям? Почему мы здесь собрались? Потому что нас всех обманули. Понимаете, когда все закончится, ребята из силовых ведомств, они не улетят на Марс, там, на другую планету. Они будут жить здесь, рядом с нами. Понимаете? И люди, которые создали эту конфронтацию, эту проблему, того, что люди, которые живут рядом, не могут смотреть друг другу в глаза. Но их не должно быть. Они просто должны уйти, собраться и уйти. Я приложу усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, если они действительно невиновны. Я вам даю слово. Дайте слово, что освободят всех в городе, не только Азот. Всех, кого задержали. За что? За что это бьют, скажите? Всех чего не освободить? Вы не слышите, вы свои вопросы задаете. Это вы не слышите! Я хочу сказать. Вы не слышите! Вы все слышите! Мы слышим. Но я хочу диалога с нашим, потому что мы пока будем кричать здесь, пока не выйдет наш горосполком, пока не выйдет наша прокуратура, пока не выйдет наш МВД. Люди будут выходить на мирный процесс. Мы против насилия. Мы люди. Нашему городу 890 лет. Никогда не было такой неспокойной ситуации, как сегодня. Мне бессонную ночь, как матери ребенок пропал, я не могу дозвониться, его нет дома. И я что? И ребенок сидит, значит, он на полу в камере спит, и это нормально в наше мирное время? Я хочу, чтобы каждый понимал, что ваш неработающий день – это незаплаченная вовремя пенсия вашим родителям. Они извинились. А что извинения? Мясокомбинатовцы. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, среди которых массовый отказ допуска на участки для голосования независимых аккредитованных наблюдателей, несоответствие сведений независимых наблюдателей и избирательной комиссии и количестве проголосовавших досрочно, отказ в доступе независимым наблюдателям на процедуру подсчета голосов по окончании голосования и другие. Эти, а также многие другие факты вызвали недовольство избирателей и массовые мирные акции протеста по всей стране. Мы с болью смотрим на то, что происходит в Беларуси. Мы против насилия, мы призываем вас его прекратить. Многочисленные фото и видеоматериалы, а также рассказы членов нашего профсоюза, ставших случайными свидетелями происходящего, свидетельствуют о том, что инициаторами насилия в подавляющем большинстве случаев становятся не мирные протестующие, и не случайные прохожие, а силовые структуры. Мы призываем вас остановить несправедливость, преследование граждан, прекратить физическое применение силы, не использовать оружие против беззащитных, не калечить людей пулями и дубинками, не оглушать гранатами, не травить газом, не закрывать камерах, не фабриковать лживые обвинения против невиновных.